Капсулу завода по производству насосно-компрессорных труб и насосных штанг заложили в Жаноузене. Общий объем инвестиций в проект превысит 17 миллиардов тенге. Ожидается создание 150 рабочих мест на этапе строительства и 250 после запуска производства в течение 3 лет. Торжественная закладка капсулы и вперед, к этапу строительства. Запустить завод планируют через 1,5 года. Предприятие в год будет производить 51 тысячу тонн насосно-компрессорных труб и 540 тысяч насосных штанг для потребностей нефтегазовой отрасли. Первым инвестором стало ТОО «Каскормашзавод». Инициатором программы выступил «Узеньмунайгаз». Проект компании «Каспетродриллинг», который сегодня состоялось открытие, будет также размещен на территории специальной экономической зоны в рамках той площади, которая 280 гектар. В рамках этой площади наряду с ними будут, конечно, разумеется, и другие проекты будут привлекаться на эту площадь. Планируется создать более 250 рабочих мест для жителей Жаноузена. Они будут трудоустроены в течение 3 лет по мере прохождения обучения. Этот проект не только создаст новые рабочие места, но и увеличит поступление в местный бюджет, способствует диверсификации экономики нашего региона. Кроме этого, компания «Узеньмунайгаз» открыла новый спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями. В спортивном клубе «Алгаз» сегодня занимается около 100 уникальных спортсменов. В их числе неоднократные чемпионы. Мы рады создавать условия, где каждый способен ощутить радость побед и вдохновлять других своим примером и упорством. Строительство нового спортивного клуба, как отметили спикеры, позволит мангыстауским спортсменам комфортно готовиться к предстоящим паралимпийским играм во Франции. Они пройдут с 28 августа в Париже. Светлана Стенгриева, Фархад Шаткам, Астана Таймс, Мангыстауская область.